Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь учат в школе. Чтобы такая возможность была у детей на Донбассе и освобожденных территориях, в рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу» «Единая Россия» и «Молодая гвардия» подготовили школьные рюкзаки, тетради и другую необходимую канцелярию. Комплекты для школьников отправляются в отделения партии по всей России, в том числе и Щелково. Акцию поддержали местные жители, предприниматели, органы власти, активисты отделения «Молодой гвардии» городского округа Фрязино. У нас появился еще один шанс проявить свою гражданскую позицию, свою заботу о нашем населении и о наших людях, которые сейчас живут и ведут свой быт на освобожденных территориях. Отрадно понимать, что в этот раз активное участие в сборе гуманитарного груза приняло предпринимательское сообщество. Многие предприниматели и даже один из государственных органов власти откликнулся на наш позыв собрать гуманитарную помощь для детей, которые сейчас будут собираться в первый класс или там на 1 сентября готовиться. Антон Малинин вместе с руководителем Щелковского отделения «Молодой гвардии Единой России» Филиппом Черновым и представителем регионального штаба МГЕР Екатериной Аношиной отправились в город Лисичанск, чтобы лично передать собранную канцелярию. Помощь окажут не только детям, но и бойцам, которые сейчас находятся на передовой. Для них местные ребята, которые занимаются производством аксессуаров для радиостанций, передали 10 комплектов гарнитур для раций, комплектации «Снайпер», а дети – открытки со словами поддержки и талисманы. Сначала специальной военной операции. У нас активно работает штаб поддержки семей мобилизованных и беженцев. Поэтому мы регулярно оказываем помощь. Выезжали уже в Мариуполь и в Донецк с гуманитарной миссией для наших военных. Поэтому для нас это часть нашей жизни. На территории Московской области работает 81 пункт сбора полезных товаров как для жителей новых территорий, так и для наших защитников, участников СВО. Все адреса и список того, что на данный момент необходимо, публикуются на платформе «Волонтеры Подмосковья». Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.